Здравствуйте, друзья! Сегодня мы напишем портрет льва. Я недавно на уроке с одной из учениц, это ее фотоматериал, она принесла, и мы написали, и был всеобщий восторг у учеников и учениц. Вот. И я подумал, что вам тоже может быть интересно, как подойти к такого рода задаче. Чем хорош этот фотоматериал? Тем, что очень выразительный свет-тень. Выразительная тень здесь, выразительно собрана в каркас теневой здесь, что, конечно, позволяет довольно легко справиться с задачей. Льва, в отличие от тигра, рисовать полегче, в нем нет полосочек. Поэтому вот эти крупные локоны, все это очень удобное письмо. И мы сейчас посмотрим, как подойти к этой задаче. Подобных фотографий, конечно, пруд-пруди в интернете, поэтому вы можете находить и писать подобное. Как всегда. Видите, у меня даже грязный разбавитель остался в банке с последних каких-то работ. И он в данном случае вполне уместен. Лев у нас коричневит. Мы немножечко наполним его рыжестью, потому что фотография слишком серовата, а мы знаем, что они рыжеватые, ребята. Смочил разбавителем я для того, чтобы легче вогнать краску в холст. Сухой холст сопротивляется набору, вы видите, а здесь не сопротивляется, поэтому для того, чтобы работе сразу задать темп, я смочил холст. Я беру коричневый, желтый, красный и избавляюсь от белого. Вся картинка, вы видите, смуглая. Вот эту смуглость я сейчас и наношу. Формат у нас примерно такой же по пропорции, как и фотография льва. Может быть, чуть длиннее фотография, может быть, здесь прибавилось бы немного. Ну, в принципе, по пропорции похоже. Соответственно, мы можем исходить от средних линий и обозначать основные вехи рисунка относительно середин. Середина по высоте, середина по ширине. Рот находится посередине со смещением вправо. Я это обозначаю. И к нему сразу пристраиваю нос. То есть середины для нас очень хорошие вехи. Относительно вот этой длины, от носа до верха, глаз чуть ниже середины. Чуть ниже середины вот этой высоты. Показываю. Мало того, глаз находится над кончиком носа, чуть со смещением влево. Если провести отвес, то глаз находится над кончиком носа здесь. И это можно сразу показать. Этот глаз немножко заступает за линию кончика носа. И примерно на том же уровне находится. Лосница, да? Да, правый верхний угол, как будто бы светлый. А так? Так полегче. Только правый угол. Хорошо. Угу. Вокруг носа, вокруг рта светло. Можно это светло сразу нагнать. Светло под глазом одним, светло под глазом другим. Имея такие начатки рисунка, мы уже можем легче пристраиваться и в остальных местах.
То есть мы взяли краеугольные вещи и обозначили их. Где-то под глазом находится теневая вот эта. Обозначим ее. Она очерчивает его мордочку львиную. И немножко теневые спускаются сюда. Мощные теневые идут по шерсти вот здесь. Вот здесь. Вы все это видите. В центре. То есть я не ошибусь, если буду устраивать их относительно краев формата. Над ушами некоторая темнота. И ухо прямо упирается в верхнюю часть формата. И здесь то же самое. То есть я сейчас пересчитал основные теневые, которые создали каркас рисунку. Вы видите, ухо прямо упирается. Прямо упирается в верхнюю часть формата. Берем немного белил. Можно показать палитру. Белил коричневый, красный, желтый. И более разбеленный цвет можно уложить вот такими мазочечками, чиркательными, гладительными, уложить по гриве. Нога. Лапа передняя. Одна, вторая. Чуть светлее. Тоже наполним их веществом краски. И немножечко по форме цилиндра лапы уложим краску. То есть чуть по форме. То же самое. Чуть по форме. Вот даже некоторые намеки на пальцы уже обозначают ее вполне. В этом месте шерсть в другую сторону двигается. Вы видите, характер мазка такой макательный, чиркательный, гладительный. Множество мазков дают ощущение вот этой волосатости, шерстяности. Чиркательно, чирк. Не ставлю кисть и провожу, оставляя вот этот след, а чирк. Непонятно, где зашел. Вот, непонятно, где зашел. Чиркнул по холсту, чиркнул. Или в обратную сторону в том числе. Мерцательный эффект, то чуть светлее, то чуть темнее, нас очень устраивает. Чуть в тень. Шерсть, которая уходит немножко в тень, становится у нас чуть коричневее и чуть краснее. То есть коричневому обязательно добавьте красноты. Можно чуть загнать в тень лапу тем, что по краю коснуться темнотой.
В этой картине мы видим только три цвета используются в основном. Это к вопросу о том, как смешивать краски. Не настолько это сложно, смешивая три краски, в данном случае коричневый, красный и желтый, плюс белило. Белило не как цвет, практически, достигать нужных результатов. То есть на первых порах, когда вы еще с цветом играть не умеете особенно, не беритесь за задачи слишком сложные в цвете. Пусть ваши отношения цветовые будут сведены к минимуму, чтобы у вас и техника успевала за цветовидением, и общение с цветом начиналось с более простых задач. В данном случае задача больше на рисунок, нежели чем на цвет. На рисунок в том смысле, что нас интересует более-менее точное изображение. Такое портретное по характеру. Светлые партии любят более густую краску. Насытим густой краской. Белесые щеки или как они там, подносье. В данном случае кисть можно держать штриховательно. Дополняя впоследствии вот такими чирками, только более мелкой кистью, его бороду. Можно и так поступить. Скажем, краски стало многовато, и ее укладывать немножко трудно. Можно сбрить. У нас останется светло. И снова начать укладку. То есть сначала добиться более светлого, потом сбрить и опять приступить к укладке. Краски будет много, но не так много, чтобы она мешала набору. Беру еще более мелкую кисть и развиваю тему глаз. Заметьте, я не делаю вот мазок. Я как бы топчу краску в выгодном мне направлении. Палец есть как инструмент. Собственно, я перечисляю брови, рельефы на носу. Это просто темные и светлые пятна для нас. То есть не обязательно изучать анатомию львиной головы, чтобы написать эту задачу. Главное относительно от веса, по высоте, по ширине быть достаточно точным. То есть, как это по этому отвесу располагается вот это место? Или, скажем, край носа относительно отвеса, относительно горизонтали. Вот я впервые воспользовался новым цветом, в данном случае чуть-чуть голубизны добавил к желтоватому замесу. Получились зеленоватые глаза. Ну, не чисто голубым, а просто чуть-чуть добавил голубого, он сделал зеленоватым цвет глаз.
просто разбеленный замес краски, вот этот замес, то есть плюс белила, дадут за счет коричневого некоторую сиреневатость. Вполне достаточно, чтобы раздать холодные места на льве. И стараюсь укладывать по форме. По форме шерсти, по форме цилиндра. Конечно, стоит отходить подальше для того, чтобы посмотреть, все ли у меня в порядке. Прямо отойти с картиночкой, отойти и посмотреть. То есть вот, скажем, метра три назад посмотрели. Может быть, мне чуть легче в этом смысле, я почем зря отступать не буду. Но вы имейте в виду, что отходить от картины имеет смысл. Имеет смысл поднести картину к зеркалу и посмотреть, нет ли каких-то принципиальных смещений в ту или иную сторону. То есть прям повернуть к зеркалу и посмотреть, не скривливает ли изображение, как у Камбалы. В живописи масла мы действуем по такому принципу. Идем от темного к светлому. Давая все время не до светло, оставляем себе возможность усиливать, усветлять, в основном усветлять. Иногда приходится и утемнять, но в основном идем от темного к светлому. Более мелкие локончики не требуют какой-то специальной укладки, но стараемся делать все так же чиркательно. И просто вот характер рукотворной укладки уже даст этому всему вид картинности и приятности, такой именно рукотворности изображения. То есть, конечно, оно будет отличаться от фотографии, хотя есть технологии сработать так же, как на фотографии. Вот. Но нас как раз устраивает рукотворность изображения, которую мы с каждым дополнительным мазочком добиваемся все выразительней. Шерсть идет не орнаментно, она периодически заслоняет один локон, заслоняет другой, чего и вы тоже добиваетесь. Скажем, смотрите, вот локон идет по вот этой траектории, а этот его сбивает. И так на каждом из участков некоторый вот этот хаос укладки показываем. Более короткую шерсть вот таким штриховательным движением уложим. Сравниваем, что светлее, что темнее, и все больше и больше уточняем наше изображение. Живопись – это рисунок в тонь, рисунок цветом. Поэтому, как во всяком рисунке, самое важное – это тональность, степень темности.
И здесь это очень все пригождается. И очень наглядно. Степень темности – это не цвет. Когда говорят, картина в тоне такая-то. Нет, картина в цвете такая-то. А в тоне, надо запомнить нам такую характеристику, понятие тона. Тональность – это степень темности. Чуть темнее, чуть светлее. И все время сравниваем именно работу в тоне. Все классики в один голос ставили эту задачу более важной, чем задачу в цвете. Поэтому, когда вы сетуете, что вы не можете справиться в цвете, не понимаете в цвете, недочувствуете или не умеете, помните, что в цвете не так важно, как именно в степени темности. Теневые, световые, разница внутри световых в степени светлости и внутри теневых в степени темности. Вы видите, я работаю часто лежачей кистью. Вот прямо лежит кисть. Это очень хороший способ укладки. Рекомендую вам его освоить, когда кисть буквально лежит на холсте. То есть она как бы распределяет, общается с краской. Непосредственный мазок может быть не точен и мешать. А здесь вы не только кладете мазок, но и распределяете в нужное русло. Здесь шерсть мелкая, поэтому она как раз нуждается в такого рода укладке. Мерцательной. Как бы топчу краску, укладывая для себя выгодно. Чуть-чуть толщиночку уха обозначим, что она имеет некоторую толщиночку. То есть не заканчивается остро, а имеет некоторую толщину. То есть вот по кромке, проведя просто некоторую линейку сантиметровую или двухсантиметровую, мы обозначили толщину уха. В данном случае ухо не так заметно, вот в этом случае. И здесь немножко другая история. Светло ухо до кромки, а по кромочке... Это есть все на фотографии. А по кромочке небольшая темнота тоже 2-миллиметровой толщины. Темным коричневым нашим уточним вот эти линейки. Намек на черную точечку в центре глаза. Там она едва видна, но лучше ее хоть немножко, но показать. И маленький блечочек, который даст глазу мокрость. Краснота с желтинкой, немножко с белилами. Чернота внутри носа. В эту черноту я добавил, черноту коричневого, я добавил немножко красного, чтобы чернота не была глухой. То есть красный несколько разбавил коричневый и сделал его не дыркой в холсте. То есть не пустой, не глухой чернотой. Вот о работе в тоне
красноречиво свидетельствует вот это место. При том, что теневая, в принципе, очень темна, цельно темна, но в ней есть некоторый намек на силуэт морды в этом месте. И мы показываем этот силуэт, обнаруживаем эту светлость, но светлость очень тихая, еле различимая. Периферия белого, которая находится в тени, слегка серебрится. При дневном освещении белый в тени сиреневат. И вот это серебро сиреневости можно подложить теневой части белого, белой шерсти. Вы видите, что я все время оставлял возможность еще усветлять, что я и делаю уже как финишное усветление достаточно густой краской. Напомню, что светлые партии в живописи любят густую краску. Теневые, темные места не любят густую краску. Мазочки стараюсь уложить по форме закругления. Тоже по цилиндру носа. Это штрих по форме, который форму очень выявляет. Обратите внимание, что вот эту линию я не провел вот так, и эту не провел вот так, а шел по шерсти, как растет шерсть. То есть укладывая по характеру, по линиям движения шерсти. Даже вот эту тоненькую. То есть все, что возможно в таких случаях, когда мы общаемся с шерстью, общаемся с мехом, мы работаем по форме, по линиям движения этого меха. Поэтому вот кисточку лежа на холсте используем. Как бы подтаптываем краску. И вы видите вот этот мелкий копошливый мазок добивается своей цели. То есть это другая фактура, короткая шерсть по сравнению вот с этой. Научитесь пользоваться лежачей на холсте кистью.
Ну вот снова возвращаемся к рисунку длинной шерсти. И опять вот эту идею локонов реализовываем. Локоны движутся то по одной траектории, то заслоняемы по другой траектории. Чем больше появляется подробностей, тем богаче становится эта шерсть. Еще один симпатичный трюк совершим внизу. Это трава. Трава, в которой сидит лев. Вот она, под ногами его, под лапами. Берем мастихин, берем густоты краски, можно показать. И ребром мастихина укладываем соломинки травы. Они получаются коряжистые, как и прилично соломе, длинненькими, остренькими. Они впутались и в шерсть, в тех местах, где лапа осталась различима, можно добавить, собственно, рисунок пальцев. По цилиндру лапы укладываем. И там, где травинки исчезли от нашего письма, можно вернуть их. Еще один очень интересный момент – это усы. Здесь усы едва различимы, но это всегда красиво, когда есть у льва роскошные усы. С ними можно обойтись вот так. Взять мастихин, как если бы, обняв его вот так вот пальцами, как если бы мы ногтем готовы были работать. То есть взять его как ноготь и, подставив сделать выразительные прошкрябывания. Прошкрябывание можно совершить мастихином и по такой траектории. Взять мастихин вот просто, обыкновенно, и в остатках недоделанностей чуть-чуть погулять кромкой, не лезвием, не острием, а лезвием мастихина совершить некоторые
вот такие чирки, раздавая недоданные линии. Чуть потолще, чуть потоньше. В одних местах эти процарапывания звучат лучше, в других хуже. Там, где они получше прозвучали, там поусердствуем. Там, где они невыгодно звучат, вот боль, там не будем особенно. Вот здесь они очень звучат. Я сразу басню расскажу. В Древнем Риме художник рисовал льва, получалась собака, но никак лев не получался. Он проще сделал, написал «Се лев».